Вот еще одно интересное явление. Это вот березка. На сломе она белая, а вот в дырочках почему-то оранжевая. Что это? Я бы даже сказала, красная. Как это так? Первый раз с таким встречаюсь и очень-очень не интересно. Вот березка сама. Березка. Ой, какая красота. Не до грибов тут. Тут столько всего интересного, столько всего красивого. Но как вот так? Далека я от мысли, что это кто-то ходил и фломастером закрашивал. Или краской капал. Теперь не буду ночью думать, что это такое. Пошла дальше.